Агробизнес с нуля. Не мечта, а реальность. В Нижегородском агротехнологическом университете начался новый учебный год. Но не для студентов, а для будущих фермеров. Будут обучение по основам бизнес-проектирования, создания своего агробизнеса. Потом будут основы животноводства, растениеводства, практическая подготовка в лучших хозяйствах Нижегородской области. Школа фермеров – проект Россельхозбанка, стартовавший в 2020 году в 56 регионах страны. На сегодняшний день более 3000 счастливых выпускников открыли свой бизнес и повысили эффективность уже существующих хозяйств. Начали мы с небольших маленьких козочек заинской породы приобрели, вырастили их, и сейчас у нас уже поголовье 40 голов. Из этого молока мы делаем вот этот прекрасный сыр козий. Школа фермеров, она дает знания. Она дает знания как и финансовом, так и в животноводческом деле. В новом потоке 46 участников, как начинающих фермеров, так и опытных. Их двухмесячное бесплатное обучение в Нижнем Новгороде начинается. По итогу каждый выйдет со своим реальным бизнес-проектом и дипломом государственного образца, выданным Нижегородским агротехнологическим университетом. Мы даем фермерам и знания, и практический опыт для того, чтобы они сразу на старте могли запустить свой проект, могли, соответственно, сразу быть успешными, финансово благополучными, развиваться дальше. Положили начало третьего потока обучения посадкой саженцев туи возле университета. Служба информации, Валерия Евстигнеева, Вячеслав Орлов.